Медалью МЧС России за отвагу на пожаре был награжден лабытнанский доктор, врач-травматолог-ортопед Николай Брус. Осенью прошлого года из горящей машины он помог выбраться двоим мужчинам. Ведомственную награду он получил торжественно на заседании городской думы. Спасенные от гибели лабытнанцы обратились к депутатам с просьбой о награждении Николая Александровича за отвагу и мужество. Адресовав обращение в Главное управление МЧС России по Ямалу, народные избранники получили поддержку. И вот награда нашла своего героя. Медаль Николаю Брусу вручил первый заместитель Главного окружного управления МЧС России полковник Дмитрий Александров. Хорошо, что у нас есть такие люди, которые самоотверженно. Надеемся, это будет хорошим примером для всех остальных. И в дальнейшем будет сказываться. Поздравить заслуженной наградой и еще раз поблагодарить Николая Александровича пришли и те, кого он спас от гибели. Я бесконечно благодарен судьбе и Богу, что в трудный момент рядом оказался Николай Александрович Брус, что не побоялся вытащить нас с фамильных из огня. И огромное ему спасибо. И спасибо Зуйкову Евгению Геннадьевичу, то, что поддержал вот мысль о награждении, и то, что это все-таки состоялось. То, что человек награжден за свой поступок, я думаю, для города это важное событие, это и нужный пример для молодых в том числе. Спасибо большое.